Гродненские таможенники возбудили уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, который намеревался незаконно ввести из Германии в Россию более 115 тысяч долларов США в эквиваленте и средства самозащиты. Пересекая белорусско-литовскую границу на легковом автомобиле Toyota, в пункте пропуска «Привалка» мужчина проследовал по зеленому коридору, то есть заявил, что подлежащих декларированию товаров при себе не имеет. При проведении таможенниками и пограничниками совместного контроля у гражданина обнаружены средства самозащиты, перцовые баллончики, электрошокер, пневматический и газовый пистолет. Также в карманах куртки, личных вещах и транспортном средстве гражданина обнаружено более 100 тысяч евро, около 400 тысяч российских рублей и польские злоты. По факту незаконного перемещения через границу в крупном размере наличных денежных средств Гродненской региональной таможне возбуждено уголовное дело. Теперь гражданину Российской Федерации грозит уголовная ответственность в виде штрафа или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.